6 июня 2007 года 19 новобранцев из Белгородской области отправились служить в район космодрома Плесецк. Между местной воинской частью и Белгородской областью был заключен договор по обеспечению набора призывников для российских ракетных войск. 6 июня 2008 года, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, телерадиокомпания «Мир Белогорья» попросила белгородцев процитировать любимые строки классика. Оказалось, что у взрослых наибольшей популярностью пользуется любовная лирика поэта, а дети читали наизусть бессмертный отрывок из поэмы «Руслана Людмила» «У лукоморья дуб зеленый». 6 июня 2012 года в Белгородской области можно было наблюдать редчайшее астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца. В следующий раз его смогут увидеть лишь наши потомки в 2117 году. Новый предмет в системе дополнительного образования появился в Староскольском округе. 6 июня 2014 года в селе Дмитриевка был создан класс по обучению верховой езде. В приобретении амуниции для лошадей и формы для учащихся помогла компания «Металлоинвест». В 2015 году Белгородская филармония 6 июня завершала сезон концертом посвящения Петру Ильичу Чайковскому. Это был год его 175-летия. Симфонический оркестр представил оперу «Иоланта», главные мужские партии которой исполнили московские солисты. Год назад фотограф и веб-дизайнер «Мира Белогорья» Алла Григорьева стала победителем фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Всероссийское признание получил портал «Моя мама – самая красивая», созданный в сотрудничестве с общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». На снимках были запечатлены женщины, которые лежат вместе со своими детьми в онкогематологическом отделении областной детской больницы. Июня 2007 года 19 новобранцев из Белгородской области отправились служить в район космодрома Плесецк. Между местной воинской частью и Белгородской областью был заключен договор по обеспечению набора призывников для российских ракетных войск. 6 июня 2008 года, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, телерадиокомпания «Мир Белогорья» попросила белгородцев процитировать любимые строки классика. Оказалось, что у взрослых наибольшей популярностью пользуется любовная лирика поэта, а дети читали наизусть бессмертный отрывок из поэмы «Руслана Людмила» «У лукоморья дуб зеленый». 6 июня 2012 года в Белгородской области можно было наблюдать редчайшее астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца. В следующий раз его смогут увидеть лишь наши потомки в 2117 году. Новый предмет в системе дополнительного образования появился в Староскольском округе. 6 июня 2014 года в селе Дмитриевка был создан класс по обучению верховой езде. В приобретении амуниции для лошадей и формы для учащихся помогла компания «Металлоинвест». В 2015 году Белгородская филармония 6 июня завершала сезон концертом посвящения Петру Ильичу Чайковскому. Это был год его 175-летия. Симфонический оркестр представил оперу «Иоланта», главные мужские партии которой исполнили московские солисты. Год назад фотограф и веб-дизайнер «Мира Белогорья» Алла Григорьева стала победителем фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Всероссийское признание получил портал «Моя мама – самая красивая», созданный в сотрудничестве с общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». На снимках были запечатлены женщины, которые лежат вместе со своими детьми в онкогематологическом отделении областной детской больницы.